Беженцам с Украины, находящимся сейчас в Кабардино-Балкарии, продолжают оказывать гуманитарную помощь. Сегодня в санатории имени Калмыкова, где разместили группу из 70 человек, побывали представители Общероссийского народного фронта и Федерации профсоюзов КБР. С вынужденными переселенцами говорили о возможностях зачисления детей в школы и вузы республики, а также о трудоустройстве. В самих нальчикских санаториях сегодня готовы предоставить порядка 30 рабочих мест. Каждый старается чем-то помочь, хоть все люди, самые обыкновенные, простые люди, такие же, как мы, все стараются чем-то помочь, помогают чем могут. То есть частные лица, которые приносят там питание, одежду. Привезли очень много одежды для деток. Мы деток своих практически одели. Прибывшие сегодня оказали беженцам материальную помощь, привезли предметы первой необходимости, сладости. Сейчас, напомню, в нальчикских санаториях живут более 150 граждан Украины.